Всем привет! Сегодня хочу представить вам небольшую видеоинструкцию по пользованию радиостанцией BFM QV82. Значит, что она из себя представляет? Это двухдиапазонная радиостанция, позволяющая работать в двух диапазонах UHF VHF с выходной мощностью до 5 Вт. Значит, коротко о органах управления. На передней панели у нас есть динамик мощностью 1 Вт, двухстрочный дисплей, клавиатура с кнопками цифровыми и некоторыми кнопками управления. О них мы поговорим дальше. С правой стороны у нас есть разъем под гарнитуру, под кабель прошивки и так далее. Слева у нас есть три кнопки. Кнопка PTT сдвоенная, об этом тоже поговорим чуть позже. Кнопочка F, которая у нас при кратковременном нажатии включает радио. Если мы включаем, нажмем ее и поддержим, то у нас включится режим тревоги. Об этом тоже мы поговорим чуть позже. Кнопочка M, монитор. У нас она выполняет тоже две функции. Если мы нажмем ее кратковременно, у нас включится фонарик. Если мы ее и будем удерживать, у нас отключится шумоподавитель, что позволит нам прослушивать слабые частоты. Частоты, на которых идет передача со слабым сигналом. Сверху у нас антенна, сам фонарик, выключатель с регулятором громкости. В принципе, все. Давайте теперь о некоторых органах управления на передней панели. Значит, первая кнопка меню позволяет нам войти в меню и изменить настройки этой радиостанции. Кнопочки вверх-вниз. Они выполняют тоже несколько функций, то есть это либо переход по меню, либо переход по частоте с указанным шагом. Кнопочка Exit AB у нас выполняет либо выход с меню, либо же переход между строками на дисплее. Значит, смотрите, некоторые полезные вещи по поводу этой рации. Значит, ну, в предыдущей, как сказать, не версии, а в более старой модели BFN QV5R была кнопочка VFO, которая позволяла нам переходить из частотного в канальный режим. Здесь этой кнопочки нет. И для того, чтобы совершить этот переход, нам необходимо выключить рацию, нажать кнопочку меню, включить рацию. И вот у нас рация перешла канальный режим. Чтобы перевести в частотный режим, мы опять же выключаем рацию, нажимаем кнопочку меню, включаем рацию и переходим в частотный режим. Значит, дальше. Также с помощью клавиатуры мы можем узнать напряжение на батарее. Для этого нам просто достаточно зажать кнопочку 0, и у нас на экран будет выведено напряжение в данный момент батареи. Дальше, чтобы узнать версию прошивки радиостанции, нам необходимо нажать кнопочку 3 при выключенной станции и подать питание. И вот мы видим версию прошивки данной радиостанции. Теперь давайте пройдемся вкратце по всем пунктам меню. Значит, в этой радиостанции есть 42 пункта меню. Некоторые из них важные, некоторые на них я не буду останавливаться, поскольку, скажу честно, многими функциями не пользуюсь этой радиостанции. Ну и рассказывать о тех пунктах, которые не столь важны, я не буду, потому что люди, которые знают о их назначении, они просто не будут смотреть это видео. Это видео для новичков. Мы попробуем разобраться с основными возможностями
данного ресивера. Значит, для того, чтобы войти в меню, нам необходимо нажать вот одноименную кнопочку. И мы попадаем сразу же в это меню, и у нас есть возможность выбрать пункт. Значит, первый пункт у нас SQL. Это порог открытия шумоподавителя. То есть, чем выше это значение, тем чувствительнее будет у нас шумоподавитель, и он может открываться даже на какие-то ненужные нам сигналы. Но в том же случае, если мы установим какой-то низкий порог срабатывания, то мы можем пропустить нужную нам информацию. Но тут есть возможность выбора от 0 до 9. Но оптимально считается где-то 3-5. Потому у меня стоит это примерно 3. Следующий пункт меню у нас называется степ. Значит, степ — это шаг частоты, который у нас будет изменяться при сканировании в частотном режиме, либо же при переходе, вот, допустим, мы в данный момент, у нас установлено 12,5 кГц, и, допустим, если мы работаем в сетке частот PMR, вот, так мы можем сразу по канально вот переходить сразу с канала на канал, если мы установим шаг частоты 12,5 кГц. Если же мы, допустим, работаем в сетке частот LPD, там шаг частоты 25 кГц, то нам, соответственно, если мы установим 12,5 кГц, то при переходе с канала на канал нужно будет дважды проскочить, потому что там все-таки, ну, шаг частоты 25 кГц. Либо же установить сразу 25 кГц. Ну, я ставлю 12,5. Пошли дальше. Следующий пункт меню — TXP. То есть это у нас мощность передатчика. Здесь мы можем установить либо значение low, либо high. Low — это будет равно 1 ватту, high 5 ваттам. Ну, ставим high. Следующий пункт меню — save. Ну, это довольно-таки хитрый пункт. Он обозначает то, в каких циклах будет работать радиостанция в отношении прием-передача. То есть довольно хитрая такая функция, но все же оптимально поставьте 3, и, ну, давайте забудем о этом пункте. Следующий пункт — Vox. Vox — это у нас управление передатчиком с помощью голоса. Значит, как оно работает? Смотрите, допустим, мы возьмем, тут есть значение выключено от 1 и до 9. Значит, давайте включим и порог поставим 1, ну, и подключим гарнитуру. Теперь у нас передача будет активироваться голосом. Вот возьмем, попробуем, я вам продемонстрирую. Раз, 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 раз. Видите, рация включилась в режим передачи. И на второй рации у нас шел прием. Ну, эту функцию я отключаю, я ей редко пользуюсь, можно сказать, вообще никогда, потому что очень часто в эфир уходит не совсем то, что нужно было передать. Значит, следующий пункт меню — ширина полосы пропускания. То есть есть либо широкая, либо узкая. Здесь мы оставляем широкую, не заморачиваемся по этому вопросу. Следующий пункт — ABR. ABR — это у нас время работы подсветки экрана. Тут возможны
несколько значений от выключено до 10 секунд. То есть сколько времени будет гореть подсветка экрана с момента последнего нажатия на кнопку. Либо же, если мы включили радио FM, и у нас был прием какой-то, этот пункт также указывает, через какое время рация вернется обратно в режим радио. Следующий пункт – TDR. Это значит, что рация, ну, есть вариант on-off. Если мы включим on, значит, у нас рация будет принимать одновременно на двух частотах, которые у нас обозначены в строке А и в строке Б. Работает это все очень просто. Рация попеременно сканирует одну и вторую частоту, и на которой шел прием, она просто активирует передатчик, приемник на этой частоте, и мы спокойно можем принимать сигнал. Так. Дальше, следующий пункт, бип. Ну, бип — это понятно, это сигнал, который раздается при нажатии на какую-либо клавишу. Можно его выключить, и тогда у нас не будет этого звука. Включим его, он нам не мешает. Дальше. Тот. Это параметр, который ограничивает передачу за один раз. То есть, смотрите, ну, например, кто-то в карман рацию поставил, там присел, клавиша PTT залипла, и идет передача, и, ну, просто человек засоряет эфир ненужной информацией. Здесь в этом пункте мы можем указать максимальное время передачи. Здесь у нас, ну, вот сейчас выставлено 60 секунд, но реально можно выбрать от 15 до 600 секунд. Дальше. Дальше у нас следующий пункт. Даже следующих раз, два, три, четыре. Четыре пункта. Это у нас относится к субтонам. То есть у нас есть возможность установить субтоны на передачу, на прием отдельно для каждого канала. Значит, давайте по очереди. RDCS. То есть здесь в этом пункте мы можем установить цифровой субтон на прием. RCTCSS. Здесь мы устанавливаем аналоговый субтон на прием. И точно так же эти два остальные пункта, TDCS и TCTCS, мы устанавливаем на передачу либо цифровой, либо аналоговый субтон. Так, следующий пункт — Voice. Ну, тут как бы все понятно. Мы можем установить либо английский, либо китайский язык, либо выключить вообще. Давайте ради прикола поставим китайский язык и попробуем, как оно работает. Вот так вот. Включим более привычный английский язык и пойдем дальше. Так, следующий пункт. Этот пункт мы пропускаем. Он нас не особо интересует. Потом этот пункт мы тоже пропускаем. S-код, ну, тоже пропускаем. Значит, смотрите, этот пункт давайте рассмотрим. Он у нас показывает, как мы будем сканировать либо частоты в частотном режиме, либо же каналы в канальном режиме. Значит, тут есть несколько вариантов. TU, TO, SO и SE. Значит, TO. Это значит, что если мы установим этот параметр,
то у нас, ну, при нахождении частоты с сигналом сканер остановится на несколько секунд, даст вам возможность прослушать, что там происходит на частоте, и дальше себе начнет сканировать. Следующий вариант у нас идет CO. Сканирование, ну, вот если сканер нашел какую-то частоту, как только на этой частоте пропадет сигнал, только в том случае сканер продолжит свою работу. Ну и третий вариант — это у нас SE. SE — это вот мы запустили сканер, как только нашли частоту с полезным сигналом, сканер остановится и просто выключится. Значит, следующий пункт. PTT-ID. Пропускаем его. Он нас мало интересует. PTT-LT тоже пропускаем. И MDFA вот здесь рассмотрим. Это такая функция, которая нам позволит выводить информацию на дисплей. Вот у нас есть три варианта. Мы можем выводить либо имя канала, либо же частоту канала, либо же сам номер канала. Этот пункт у нас относится к строке А. Это верхняя строка. Значит, следующий пункт, NDFB, то же самое, только к нижней строке, строке Б. Так, поехали дальше. BCL. Ну, это пункт, тут, возможно, два варианта, on или off. Он нам позволяет включить такую функцию, когда, вот, например, в канале кто-то передает, то есть вы не сможете в этот момент, когда есть полезный сигнал на частоте, вы не сможете включить передачу. Так, следующий пункт — автолог. Ну, тут все понятно, это автоматическая блокировка клавиатуры. Если мы там поставим on, и через некоторое время, после того, как мы перестанем нажимать на кнопки, это примерно 8 секунд, по-моему, у нас рация должна заблокироваться, и мы просто не сможем случайно нажать какие-то кнопки, но не все. Значит, смотрите, передняя клавиатура, у нас все полностью заблокировано. Тангента у нас спокойно работает, не блокируется. Дальше. Радио работает у нас. Фонарик тоже работает. То есть блокируется исключительно передняя клавиатура. Разблокировать можно вот кнопочкой решеточка нажать и подержать ее. Так, отключим эту функцию и пойдем дальше. Так, SFT. Значит, этот параметр мы пропустим. Дальше у нас идет пункт Offset, сдвиг частоты, это тоже мы пропустим. Значит, смотрите, следующий пункт меню — Memory CH. Значит, у нас в рации есть 128 ячеек памяти, в которые мы можем записать всю нужную информацию. То есть это у нас будет частота, субтон, там всяческие настройки PTT-ID, ну, то, что, в принципе, нам не нужно. Но записать частоту, основную частоту и субтон, мы сможем с помощью этого пункта. Следующий пункт, если мы что-то записали в ту ячейку памяти, с помощью вот этого пункта меню, мы просто с легкостью берем и удаляем все. Так, следующие три пункта касаются подсветки экрана. Значит,
первый пункт показывает нам, какой цвет у нас подсветки будет в режиме ожидания. Второй пункт в режиме RX LED — это в режиме приема, и TX LED — это в режиме передачи. Здесь мы можем выбрать любой цвет из трех, либо же просто выключить. Так, значит, следующий пункт — All Mode или All Mode. Он касается режима Alarm, то есть когда мы нажимаем кнопочку F, удерживаем, у нас включается режим сирены. Значит, смотрите, тут у нас есть несколько вариантов: сайт, тон и код. Значит, если мы выберем сайт, то у нас режим тревоги будет только звучать в динамике. Так, если мы выберем следующий режим тон, то сигнал тревоги будет выдаваться на частоте, которая активна в данный момент. И если мы установим пункт код, то у нас радиостанция будет выдавать в эфир специальный код. Дальше. Тут разобрались. Следующий пункт у нас пункт Band. То есть здесь мы можем указать, в каком режиме мы будем работать: VHF, UHF. Ну, я думаю, это пункт бесполезный, потому что радиостанция автоматически переходит в нужный нам диапазон просто при вводе частоты. Так. Следующий пункт — TDR AB. То есть, что он значит? Вот в режиме приема двух частот, помните, в самом начале там мы рассматривали пункт TDR, когда нам есть возможность принимать сразу с двух частот. Мы в этом параметре вот можем указать, вот есть у нас A, B и OFF, мы можем указать приемник, который останется рабочим после приема на одном из этих приемников. То есть мы можем, если мы укажем OFF, то у нас останется активным тот, который был изначально, либо же если мы укажем A или B, то у нас будет, соответственно, тот приемник оставаться активным, который мы указали. Так, следующий пункт — STE. Ну, это у нас какой-то звучок в конце передачи, он нас мало интересует, так что мы спокойно пойдем дальше. Так, что касается репитеров, мы это не будем рассматривать. Так, значит, вот этот пункт меню у нас показывает, что у нас будет отображаться на дисплее в момент включения радиостанции. То есть это может быть либо сообщение, которое мы запрограммируем, но только с компьютера, либо же все сегменты индикатора. Так, поставим full. Пускай будет так. Следующий пункт — Roger. Значит, Roger — это такой звучок, который в конце передачи, специфический звук, который передается в конце передачи, чтобы люди знали, что человек уже закончил разговор и им можно тоже выходить уже в эфир. Значит, давайте попробуем его включить. И вот, пожалуйста. Слышите? Такой характерный звук. Так, и пошли дальше.
Значит, следующий пункт позволяет нам сбросить настройки радиостанции на заводские. Initialization. Вот, пожалуйста, сбросили мы полностью радиостанцию на заводские установки. Ну и что там у нас еще осталось? Остался один пункт, AirTon, он нам не нужен. Так что, в принципе, все. Если видео, конечно, получилось слегка длинным, возможно, чуть-чуть скучным, но для людей, которые не любят читать инструкции, я думаю, оно окажется полезным. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!